Памятник москвичу написано Вадим и Стас Кирилловы. Иду в поликлинику. Забрела вот сюда. Ну, я не знаю, что это за памятник. Охранник сказал, что это никто. Просто так украсили скульпторы. Это переулок последний называется. Когда-то у нас здесь был офис на последнем переулке, а сейчас вот так вот мы переехали. А я с удовольствием езжу к врачу сюда, в поликлинику, потому что мне приятно смотреть на это все, где я жила раньше, работала. Подморозило, говорят, минус 5. Руки сразу поливают. У меня просто очень руки мерзлявые на самом деле. Может быть, кому-то и ничего было бы. А я мерзну сразу. Вот дом ремонтируют, утепляют. Когда мой будут утеплять, я не знаю. Он стоял в очереди на 2013 год, как мне риэлтор сказала. Ну что, 2013 заканчивается, а дом так мой не ремонтируют и не собираются вот так вот. На самом деле я уже опаздываю к врачу, мне надо бежать. Мы вчера обзвонились, вы придете, а у меня что-то связь плохая в телефоне. Врач 3 раза звонила, никак не могла договорить, я так не поняла, думаю, кто мне звонит. Потом она когда сказала, вы придете завтра, я уже поняла, что это врач. Я говорю, да, приду. Конечно, я уже опаздываю. И рука замерзла у меня. А мне надо свернуть, наверное, куда-то. Ёлки, зима, это, конечно, вообще. Да-да-да, вот он, особняк этот, где мы работали на последнем переулке. А сейчас там Коко Шанель, говорят. Вот он. А вот еще пристройка, но мы вот в этом занимали здание. Ну все, заканчиваю. Оля Платонина и опаздывающийся к врачу, опаздывающая к врачу. Всем пока.